Бичкелей у нас очень село было богатое, во-первых. Народу очень много было. В каждом доме по 10, по 8 детей было. Детей. И по 11 даже, две семьи было, по 11 детей. И у нас здесь народу было ужас. А сейчас осталась только капля моря. Вся деревня, все деревни только распались и в округе, и у нас. Только посмотрим по селу. Нет. С соседями обратно. Приезжаем, все равно поддерживаем еще деревню. Стараемся, чтобы совсем не пропало. Тут наши предки похоронены. Здравствуйте! Здравствуйте! Вичкелей село, мордовское село. Название произошло. Хорошая вода здесь. Вечки – это по-мордовски хорошая вода. Вот любимая вода. От этого произошло название села у нас. Вечкелей. Это вечки любимое, по-мордовски это с перевода на русское любимое, а лей это вода, вечки лей. Вот отток от этого произошло название села. Тут, когда въезжаешь, вот в село там в конце написано вечки лей. В основном здесь жили население все морда, мордва. А вот но которые... мордва, опять же, вот какая мордва? Эрзя. Есть мокши мордва, а у нас это мордва. Эрзя. Эрзя. Это настоящая мордва. А есть еще мордва мокша. Из аборигенов, кто здесь остался. Тебе вся деревня спасибо говорит. Говорят, спасибо. Если бы не ты, говорят, лампочку, там провод прикрутить некому было бы в деревне. Мне бы кнута надо получше, чтобы подгонять некоторых. А маленько руку опустил. Родился как раз в Вичкелее. Вот где мы с тобой через речку проезжали, возле родника, там я родился. Это тут тоже купили. Сама хозяйка в Москве, москвичку ехала. Это как бы для, на запас на дачу. Ну вот как. А, крышу перекрыли, да.
Ну, вот это стоит, смотри. Это вода стоит. Вот это так пробует. Вот сегодня ночью вставали раза три. Сосут, не сосут, как там это. Вот эту должна объединиться, ждем ее. Слышь, вольно какое-то, пожалуйста, бегает какое-то. Молока хватает, не хватает, так уже получается, нет, вот беспокоимся. Точно лет 50, наверное. Домов-то много еще, дома еще такие, вроде как же, дома, ну, недавно вот... вроде как выехали. Как так вот резко? Резко работа не стала, и все стали уезжать. А мы вот старинные здесь остались, уже старые, мне вот 77 лет, а ему 79. А мы все живем, неохота уезжать. У нас и квартира в Никольске, а дороже всего нам этот дом. Thank you.
приезжает, торт заказывает, пиццу заказывает, все могут привезти. Комбикорм, пожалуйста. Связь. Это вообще 21-й. Уехали все молодые. Телефон у каждого в кармане. Уехали. Молодежь уехала. Мы видим, это и так видно уже. Весь промхоз завалился. Все закрыто. Нечего делать было, работы нет, и уехали. Дома все купленные. А сейчас здесь сколько человек живет? Да вот сейчас я тебе посчитаю прямо это. Там раз, два, три, Люба, три. Эти алкаши 4, 5. Валя 6, Раиса Николаевна 7. Тетя Вера 8. 8, мы 9. Вот в этом конце 9. Они. Таня, Снаха, они здесь 11. Надя приезжает 12. Сержант и жена. Сержант и жена 13, Любини 14. И дальше пошли туда Тундур, наш депутат. А вот круглогодично сколько человек живет? А круглогодичный живет, вот Валя живет. Раиса Николаевна жила, уезжает. У дочери там пенсия, квартира. Там Володя Тундур, Любиня, лесом который занимается. Итого? И там в конце, ну, домов 5-6 живут. 5-6? Да. Ну, может, 10, ну, 10 пусть будет. В том конце еще есть жители, есть 10. И все, больше нет.
Пойдем, пойдем, гуляй. Поредела деревенька-то. Поредела, все стали в город уезжать. Большинство вот дома здесь продавали, хорошие дома. У нас много скотины, две коровы даже держали. По 5 голов свиней держали, и овечки держали. Распалось все. Работа не стала, нечем стало заниматься, и молодежи, и рабочие. Некоторые уже уехали. Тебе сколько лет? Мне 64. 64. Чтобы я глаз не видать не буду. Совет нет. Ну. А так блядь. Убилась очень много. С общественностью работала. Тут и были и концерты, и проводились библиотечные мероприятия, там читательские конференции, устные журналы, тематические вечера. Молодежи было много, и клуб был даже. А сколько же молодежи было? Вот я не могу точно сказать, но 120. Было точно. Совхоз у нас был тогда, отделение центральное было у нас совхоза Перемьёвы, совхоз Залесный. А здесь отделение Вичкелей было, и ферма была здесь, много очень крупнорогатого было, скота было.
много работников сельского хозяйства были, и доярки были, и животноводы были. В общем, осталось в деревне, было очень много народа. Вот. Я не знаю, сколько было, вот здесь 6 человек, 6 жили, у нас 8, ну тут трое, четверо, наверное. Двое-трое не было. 6, 11, вот все дома были, и по 10, по 11 детей было, по 8. 5 это 6, это очень редко. Да, Диман говорит, 30 человек в классе было. 33. Парты были трехместные. Мы сидели. Да, трехместные. Я вот училась. При мне, мои года, я в каком году? В 72-м я закончила учиться. Я училась у нас три класса было. А, Б, В по 33 человека. Вот посчитай, 99 человек. Было. Наши предки провожают, и мы идем в класс, а они на работу. Это как вот? Ну, или справхоз, и совхоз. Справлялись. Справлялись. Где предки нас не провожали, ходили полуголые. Как нет? Полуголые, одеть нечего было, обували валенки на босу ногу. А чего ж больше? Ничего не было у нас. Ну, форм потом-то уже, вот я, может, в 7-8. Жили счастливо? Счастливо, весело, очень счастливо, очень весело. А летом собирали землянику, продавали в Никольск. Покупали себе вещи. Это я в 8 классе. Купила себе танкетки, пошла. Платье купила, помню, красивое, голубое. С этим очень красивое. И красные танкетки. По-мордовски. Родилась я в Вичкелее, живу в Вичкелее, окончила школу. 8 классов у нас было, 8 классов, когда мы учились здесь. Потом мы в Перми ездили, в Перми 9-10 классов. Потом я училась на ветфельдшера, работала я главным бухгалтером. У нас учеников где-то около 500 человек было в школе учеников. Село большое было. Вот, например, у нас 11 детей у матери с отцом было. 7 дочерей, 4 сыновья, 11 детей. У каждого по 6, это самый минимум 6, 7, 8. А у нас самый большой в деревне был 11 детей. Школа у нас здесь была. Неполные средние 9 классов. Меня зовут Любовь Михайловна Пронина. Проработала я. Моя трудовая деятельность связана с культурой. Я когда приехала сюда, поступила, открылась у нас сельская библиотека. На небе облако рай, пойди его угадай. Найти, узнать и понять невозможно. Какого цвета и где, скажи, пожалуйста, мне. Скорей ты там, где сыскать невозможно. А я от мысли дрожу, что никогда не найду. Хочу забыть, убежать, закрутиться. Где ты? Где ты? Облако рай. Тоской и грустью лечусь, душой на небо я рвусь, в густом тумане ищу свое счастье. Быть может, кто-то, когда мне вдруг откроет глаза, увижу его сквозь ненастье. Но нет его, я опять не устаю повторять, живя в надежде о встрече с тобою. Где ты? Где ты?
смотрели. Как раньше жилось-то, вот скажите? Раньше жилось, много молодежи, вот вечер приходит, тут весело было, молодежь идет, поет по селу, а сейчас никого не осталось. Свидетели и судьи, когда ты в дом входил, они слагали гимн, звоня тебе во все колокола. Раньше все в колхозе работали с удовольствием. Женщины в основном были, вот только были скотники, которые пасли летом, а всю работу остальную делали женщины. И три скотника было. Голов. А как это? Подожди, а мужчины где же остальные работали? А мужчины все в лесопункте работали тогда. И детей у нас по 8 человек. Даже 4 семьи было у нас в селе по 11 человек. Когда ты не сумел меня понять, я думала, замрут все звуки во вселенной. Нашли мои часы. Я слышала их поминать. Село Мордовское, Эрзя. Ну, в детстве как, на каком языке здесь больше разговаривали? На мордовском языке. И нас, а нас учили тогда в школе русский язык. И литература была. И мы разговаривали в школе на русском языке. Учителя же были русские. Школу здесь строили в 1912 году. А родители на каком как разговаривали? Тоже на мордовском, не иртянском родители разговаривали, а потом они тоже русский язык освоен был. На русском языке. А были тут еще и мокши, которые носили старинную одежду. Такие иртянская одежда была. Старинные люди носили. Даже сохранилось у многих здесь потом. А потом все времена прошли, эту одежду все выкинули. И были сапоги хромовые с резинкой какие-то интересные на каблуках. Эти каблуки, они также плясали, эти женщины, с таким стуком стучали, их было на всю улицу слыхать. Вот, интересно было. Невозможно повернуть назад, и время не на миг не остановить. Пусть неоглядна ночь и одинок мой дом, еще идут старинные часы. Жизнь невозможно повернуть назад, и время не Поехали. Прокатишь меня? Куда? Ну, до дома. Поехали. Здесь порядок, там клуб был. С Москвы, откуда вот этот лесовоз приедет, за лесом, там хер поймет. Вот они оставляют как-то. Вот овец держит, один держит. Загородил другой.
большая деревня, а народу нет. Много, значит, было жителей, да? Много. Очень. Отсюда и да и там, да, мимо кладбища туда. Много жителей. Есть дома жители, вот это почта была и больница. Вот это. Смотри, какие амбары. Да. Летом в подвале все живут, да? Дома не живут, никто не живет. Прохладно и все. Да, дома стоят никого. Ну все, живи. Баню это под ноги, чтобы тепло было, можно жить. Остался голос, но хотелось очень мир мне посмотреть. И однажды утром в суматошный город я уехал, чтобы песни городские петь. Сам себя считаю городским теперь я. Здесь моя работа, здесь мои друзья. Но все так же ночью снится мне деревня. Отпустить меня не хочет родина моя. Там горячим хлебом пахнет в доме. Родилась 47-го года, 5 сентября 47-го года. А муж был 44-го года, 78 лет ему было, и муж умер. Здесь похоронены. Два магазина было, библиотека была, школа 8 классов была, медпункт была, Сбербанк была, почта была, все, все, чего надо, все было. Хорошо, да, скучаю. Конечно, здесь жить, 70 лет жить здесь, это страшно. Конечно, родились здесь, жили здесь. Шмель мохнатый пьет росу с цветка. Сам себя считаю городским теперь я. Здесь моя работа, здесь мои друзья. Но все так же ночью снится мне деревня. У кого деньги есть, кто под дачу, кто просто для прописки. Это вот дед умер, наследник в Никольске. Короче, прописанных здесь есть, а по факту нет. Ну да. А по факту 10 человек. Сколько здесь живет? Да не 10. Круглогодично. Сейчас, может быть. Ну. Зимой доходило 12 минимум был. 12 человек. 12 человек. Зимой 12 не было. Было 12. Было. Да сейчас, наверное, 12. Сейчас по 20. Сейчас по 20. По 20 это увеличилось. Ну вот, приехали. Одна дачница, вторая вот дачница. Это на лето, а я говорю, грубо говоря. Ну будет 12, наверное. Да. В вашу пору сколько было учеников в школе? Вот когда тут поступила, закончила? Да, я уже не помню сколько. В поселок только отец там рассказывал. Там больше еще тогда мое время было.
поселка с Красной Поляны, человек 50 учеников ходило, только с Красной Поляны. А то, что такой бурьян, не то, что от Вичкелея у нас. Я был в других селах, село большое, а все бурьяны везде зарастает. Скотины нету, все бурьяны. А чтобы все обкосить, сил не хватит. Тут вот смотри. Жил, вот это, да, действительно находка был человек Романович, Николай Романович. Все он помнил, 91 год, что ли, лет помер. Все он рассказывал, он памятник, он все это, очень много старался. Воспоминания его, все это, потом все выяснил. Он все помнил, когда на войну кого провожали, ему было лет, наверное, 14. Хозяйка умерла, все умерли. Дети уехали в Пензу. И им не до домов, не до дачи, да, так? Хоть бы летом приехать покосить. Плохо. Вот дом. Это тоже хозяйка Подмосковья. Приезжает на 3-4 дня, тоже никак больше не может. Работа, дети, семья. И везде так у всех. И везде так у всех. Амбар какой хороший. Еще и каменный, и кирпич, это же не саманный. Это современный, это, наверное, сам дядя Андрей делал. Так иди на пути. Вот. Это ты всех помнишь, кто здесь жил? Это уж после. При мне уж, наверное, тут человек 50 сохранились, не больше, за последние 30 лет. Кто уехал? Тут дачники приезжают, наверное. Ну, точки разные. Там главное крышу, да, подтопить его хоть раз. Нет, тут они, видишь, окна пластиковые, это уже значит, уже все. Ну, все тогда. Раз пластик, окна, значит, уже уход за домом идет хороший. Школа-то лучше запоминается. Ученики, мы учились 4 класса всего было, по 30 человек в классе было. 30, 32, 4 класса было. А 3, 4, после обеда, 1, 2, до обеда. Это 4-летка что ли была? А? 4-летка была? Да, да. До 4 классов. А потом школа. Вот сейчас 2 класса, сейчас прибавили, а потом церковь сломали и еще туда построили другие классы. Был поменьше корпус, а потом расширили. Да, церковь. У нас был церковь на горе, это сломали, школу прибавили. Пристрой сделали. Да. Из церкви. Да. Да, было село у нас, веселое было, сколько молодежи было, Троица праздновали. Помню, после войны, в 45-46 годах, отец приехал в 45 году, День Троицы. Сколько людей было, это парни не были, мальчики, да, балалайки играли. Все плясали, голодные были, ну, весельство было. А сейчас ничего нет, все оставили. Старые умерли, молодые уехали, нечего делать больше тут. Ферма нет, школу закрыли. После войны трактористы, это знаешь, сейчас. Что были? 3 женщины. Да. Универсалы были, тракторы. 3 женщины. Пахали. Я этот трактор еще помню. Да. Поля пахали, осеяли старики. Тут вот кошки, там зерно. Это после войны? После войны. Это я девчонка и до была, войны так же. 40-го года я. А где? А мужики? Че же, где же? На войне были все. На войне. Много на погибло войне, человек? Да. Сколько погибло человек на войну здесь? Не знаю, сколько погибло. Точного что-то как бы нет. Там вот фамилия написана. Там-то 112, там не все погибли. Вот где-то у меня написано, 43-м погиб. А на самом деле он умер после войны. Наверное, где-то данные были, что он попал в окружение. Посчитали, может, как погибшему. И такие есть много. Да. Ну, погибло много людей, да? Около 100, наверное. Так вот, приблизительно, а как вот точно вот? Потому что и ошибки были, чего? Отца я помню,
Или в 44-м день Троицы, вот он пришел. Тут праздновали, молодежь была, кто-то кричит: «Рыжов идет, Рыжов идет!» Рыжий был отец, а Миша, а Рыжов, прозвище было Рыжов. Я помню, как он пришел. На кухню чемодан отнес. Весь молодежь к нам зашли, вот наш дом. Вот у меня это, я тут вот родилась. Ну мы сняли. А я на кухне пошла, чемодан открыла. Думала, может, конфетка там еще. А там это пляшка такой, ну. И две ложки деревянные и железная ложка, больше ничего. И стружки крашеные красные. Он балалайки делал, на глазки вот эти. Ничего, оттуда вышел с кухни с слезами. Охота чего-то. Раньше и конфетки, денег не было, ни конфетки, ничего не знали. Ну чего ели? Из мусора, из лебеды хлеб пекли. Я помню, мама вот пойдет осенью, липовые листья собирал и стелит на полу. Черные черви идут по стенам, а мы с братишкой, он 42-го года, на печке боялись, а он подметет, она подметет их, а листья потом чего-то делает через щиту, вот хлеб ели такого. Голодовали. Вот все равно живу 84-й год. Вот эти трактора помню, какие трактора. А трактора чем пахали? Я помню, задание дадут. Вот такие шушки, костяк, мяли шушка. Трактора были газогенераторные. Ну, на деревянных шушках работали. Всеми заданий дадут, чтобы сушить на лето на, это. На печке сушили, чтобы сухое топливо было. Вот такие дровишки. Вот. Потом кидали, вот трактор так пахали. Солярки ведь тогда не было, ничего не было. Во время войны лампы не было, солярки нет. Мать приготовит лучинки. Вечером, вот сейчас 4 часа темно уж, лучинки зажгет, вот так мы жили. В общем, бани жили, бани. Закопченные все. Ну, самые, одна из самых старых женщин, жителей Вичкелея. Как вас зовут? Анисия Михайловна. А фамилия? Кошкина. Кошкина Анисия Михайловна. Да, а по девичьи Моисеев была. Володя, почему у Насти телевизор не работает и у меня? Утром работал, вечером нет. Это почему у нас старые телевизоры? У Насти у меня не работает. А чего не хватает? Когда-нибудь придешь, поставишь. Ну другой. Да, помните, я мне все тело. Сейчас, Март, ну пока не пули дали, не скажешь. Ну, кулякуан, да, может. Thank you.
невозможно. Какого цвета и где, скажи, пожалуйста, мне. Скорее ты там, где сыскать очень сложно. А я от мысли дрожу, что никогда не найду. Хочу забыть, убежать, закрутиться. Всего доброго, до свидания.
на маленьком плоту. Сквозь бури, дождь и грозы, взяв только сны, грезы и детскую мечту, я тихо уплыву. Лишь в дом проникнет полночь, чтоб рифмами наполнить мир, в котором я живу. Ну и пусть будет нелегким мой путь, тянут ко дну боль и грусть, прежних ошибок груз. Но мой плод свиты из песен и слов, всем моим бедам назло, вовсе не так уж плох. Я не от тех бегу, кто беды мне пророчит, им и сытней, и проще.